Всем привет! Я еще в Астане. Сегодня прилетел Рустем в 7 утра. Как раз мой вышка не спала. Он сказал, что она такая маленькая. Вот. У моей тети всегда есть вот такие сладости. Такие и вот такие. Не знаю почему, но у них всегда есть. А мой дядя гладит пеленки внучки. Постоянно. Папа бреет голову. Именно соска цвета. Давай, этот, нам нужно с тобой серьезно поговорить. Ложись, давай вот так. Ложись. Я пить хочу. Подожди. Я пить хочу. Давай, этот, как ты чувствуешь себя в роли отца? Ну, в туалет хочу. Так. Не, ну серьезно, тебе сейчас миллионы людей смотрят. Не миллионы. Они ждали твоего ответа на этот вопрос. Твой выпуск смотрит максимум 500 человек. Ты меня льстишь. А еще меньше, да? Ну давай. И всего 4 лайка, из них один мой. Первая мысль. Что первая мысль? Это ты ее увидел. А, да, первая мысль — это какашки. Я увидел какашки. Нет, какашки — это потом, а первая у тебя была. А первая мысль, да, что она слишком маленькая. Спасибо, что подсказываешь. Да, на фотографиях она была больше, чем в реальности. Вот. Все. Когда это, на руки возьмешь? Когда осмелюсь. Когда осмелится. Блеем за него. Придадим силы. Мы сделаем это. Духа. Вместе. Уверенно. Пошли! Ну, мы рядом были, да? Мы практически один глагол воспроизвели. Давай, иди в туалет. Пошел, я верю. Я сделаю это. Давай. Расслабившись, мы сделаем это. Мы идем в гости к Айзиным родителям. Я делаю, чтобы взять ребенка на руки. Ее сейчас одевают в комбез. Новые синтуки бипсуны. Почка не идет. Да, саки. Кто войдет? Еще без ушей регулярно не мерились. Тавалдрахта брынш кели отраган ее на ваш ларн. Хотите прикол покажу, который в детстве я придумала, и мы в него играли. Очень весело. Матрица? Не получится, говорит, потому что я свое колено не убежу. Ну, в общем, если вас двое, вы можете попробовать вот так. Один делает вот так, и колено вот так, а другой в это время вот так опускается. И как будто ты взлетаешь. Перпендикулярно земле. Перпендикулярно земле. Спина перпендикулярно земле. Спина перпендикулярно земле. Драйвы, два. Вот, из-за дыма мама напекла три торта. Это медовик. Это вик? Это какой? Творожный. Муравейник. Еще муравейник. О, муравейник я люблю. Да. Я буду пробовать все три торта. Я туда сказала. Надо. Я говорю, я буду пробовать все три торта. Да. Может, еще за меня съесть? Еще три кусочка. Гася хорошо думал. Я бы съела. Исторический момент. Смотрелись, да? Вот это. И чё, как ощущение? Это не на нас. Руша, посмотри на папу. Тича. Сразу такая другая стала, мне кажется. Да, да. Того, как вот сейчас вот она вот так, я вспомнила такую Аиду. Вот лысую, побритую. И вот так. Будем прощаться.
Ну давай, пустик, пока. Давайте. Давайте. Счастливого пути. До новых встреч. Завтра меня встречать будете. Это видео или фотография? Видео. Твой, блин, я голый, не смотрите. Что для вас аэропорт? Для меня это вот эти вот бесконечные табло. Прикольно, почему это тихий аэропорт. Написано, никаких объявлений не будет, только на табло. Почему тихий аэропорт? Четвертый выход будет на посадку. Идем на самолет. Я грушу видео, а то не успеваю. Мы прилетели в Алмату в самолете, и возле самолета я увидела столько знакомых. Они, оказывается, работают в Аэростане. Прикольно. Мне тоже всегда было интересно поработать с стюардессой. Мне бы не позволили, наверное. А что, прикольно? Летаешь туда-сюда. Я съела два бутерброда, которые там давали. Потому что папа не захотел, а мама свой съела. Мама не может найти кольцо, которое ей подарили. Там реально такое интересное кольцо. Одной стороной одеваешь, там один камень. Переворачиваешь, там другой. Нашли?